Так. Всем привет, приехали на заброшку. Вот, сейчас мы вам ее тут покажем. Это, скорее всего, КПП было. Да, это, походу, в КПП было. Красота. Нормально, сейчас гульнем там. Да, я сейчас попробую проехать по кругу. Да. Бесполезно. Ты что такое? Похоже. Она круче, чем КЗБ. Круче? А что здесь было-то? Предыстория есть? Может, тут сделан какой-то струй. Так, если вы не услышали, батя сказал, то, что тут пансионат был. Вот тут налево поход надо. Скорее всего, да. Ух ты, ёшкин кот. Не чешется, смотрите, какие главные входы. Ой-ой-ой-ой-ой. Давай-давай-давай. Камеру спрятал. Езжай, езжай. Слушай, прохладно вообще, да? Да. Нормально, нормально, проходи. Пипец, он огромный просто. Оп, меня чуть ветка не убила, извиняюсь. Просто он с такой здоровой, этот пансионат. Походу мы здесь загуляем-то надолго. Да. Вот это жопа. Слушай, а там тоже какие-то еще здания сзади. Может, ты в КПП тоже был? Да не, вряд ли, а КПП скрытый. Нормально, нормально, езжай, езжай. Главное, камеру не убить, а так нормально. Крапива! Крапива! Да. Я думаю, прикинь, это мы все это время ее только просто объезжали. А прикинь, обходить сколько будет. Да. Паркуй где-нибудь здесь, джипарик. Мы уже обратно приехали. О, может, прям туда заедешь? На бордюр. Стой, я посмотрю, чтобы да, аккуратно заехал, чтобы там ничего не было. Там грязно. Зверь, а не машина. Все, ребят, увидимся. С Игорьком, короче, нашли.
интересное местечко. Можете посмотреть на заднем плане. Оно примерно выглядит так. Мы там изначально его пытались объехать на машине. Что-то задолбались ехать там примерно километр, наверное, только вокруг него двигались. Вот. Ну, ставочка маленькая. Да, чуть проедем, короче. И это... сейчас будем подниматься там выше, будем тогда включать, там смотреть, что к чему. Вот. Итак, погнали. Суть по всему, вот это был, скорее всего, бассейн. Вот. Сейчас мы поднимемся вот по этой лестнице. На самый попробуем вверх, а там посмотрим, что будет. Вперед! Это, скорее всего, бассейн был. В нем плавали, потому что глубина была как раз человеческая. Слушай, смотри, гранит. Просто его пытались тут отколоть. Жесткач. Аськова. Наверное. Давай, ты там это, поаккуратнее, я тебя очень прошу. А что темный? А? Темный что-то. Отойди-ка. О. О, купол. Это что такое? И не один купол. Посмотри, батя, тут дырю поломал. Это что такое? Это надо, слушай, наверное, на этаж ниже спуститься, и тогда будет ясно и понятно, что это. Но это, скорее всего, какой-то технический этаж. Да, здесь все темно. Что ты все решаешь? А что там внизу-то хоть было? Слушай, забавно. Просто этаж. Смотри, их тут-то еще несколько штук. Однако. Слушай, это технический этаж, точно. Ну это, забавно, ты посмотри, как сделали. Это, наверное, знаешь, что были? Это, светильники какие-то. А, может там, да, ну, типа... Видишь, потому что, вон. Ага. Крутяк. Может быть, там, мы вернемся назад и будем, короче, смотреть. Пойдем с самого верха. О, грузовой здесь был, походу. Серьезно? Ну вот, смотри. Нет, это скорее провода? Всего, кабеля шли, да. Тут провода, кабеля, их всех повырывали. Это точно был технический этаж. Вот, однозначно. Потому что, видишь, много чего здесь понаставлено. О, кстати, лестница есть еще одна. О. И вон, смотри, тоже. Слышь, какие-то эти отверстия. Пол просто ломается. Обалдеть можно. Это все разрушить, да? Да. Это была вот, ну, стена, по-моему, как вон та. Кошечка не такая. Кошечка. Вообще пусто. Да, там напролет на в этой же не. На этаж ниже. Зачем? Они что-то влияют. О! Смотри, таких отверстий-то до хрена. Вот еще одно. Забавненько. Опа-на. Вот здесь из шприца. Ой, если мы здесь не наркоманы, мы задам вопрос, как же. Из-за кого голосовать будешь, Ленина или Сталина? О, видишь, смотри. Сквозной?
да, сквозной, да. Раз, два этажа. Обалдеть можно. Че, куда мы, где лестница-то? Куда мы потеряли-то ее? Назад, раз. Назад возвращаться, что ли? Может, там дальше тоже. О, ты посмотри, какая арочка интересная. Смотри. Это мы еще не на самый верх зашли. Тут, оказывается, еще какой-то балкон. Есть еще один балкон. Обалдеть. Блин, а там такое ощущение, что вообще свет горит. Это солнце, с той стороны солнце. О, вот это загадка вообще. Это мы не на самом верху-то еще находимся. Я даже, честно сказать, уже заблудился, где мы есть-то. Уж стрекозка. А эх, есть куда-то. Прикинь? Может, мне прям пойти сыпать провязать? Куда мы беречь? Не, ничего, хорошо. Ряд 7, ладно, еще залезть-то. Ты представляешь, это же кто-то проектировал вообще? Да. Вот они, лифтовые шахты. Вот они, лифтовые шахты. Опять ничего себе. На самый верх. Нормально там высота. Да? Да. Еще этажа 4, наверное. Здесь работа. Ондарь. Так. Поэтому что-то туда и там что-то писали. Ну не, я думаю, что это... Просто по-моему, пролетись так написали. Берушки, конечно, образовываются, да? О, это крыша. Это крыша. Прикинь, сколько оттуда всего скидывали. Сейчас вот туда наверх пойдем. А это что за материал? А, это краска. Краска так. Пиздец. Прикинь, а тот подряд. Судя по всему, слушай, это шестой этаж только. Опять на свой этаж. Так, ну это лифт, ну куда пошел-то? Слушай, а здесь смотри, огромный этот зал. Такие трубы коммуникации. Такие полусферы. Да, это сильно. Слушай, представляешь, какой должен здесь подвал быть?
задолбался уже идти. Так, девятый этаж. Девятый этаж — это последний, по-моему, этаж, да? Еще выше. Ух ты! Красотища-то какая! Обалдеть! Выше деревьев. Это мрамор? Ну это что-то такое известняковое, но прикольное. Да, возможно, что даже мрамор. Просто это не шлифованный. И просто забросить. Не говори. Так, это скорее всего лифтовая. Лифтовая. Вот это атас полный. Да нет, смеешься что ли? Бесполезно. Обалдеть. Прикиньте, какая красотища. Ну, прикинь, а если это можно было лагерь сделать. Вот там зато на крыше. Да. О, так слушай. Это не самый верх-то, оказывается, еще. Это не самый верх. Так что пытаемся подняться еще выше. Блин. Кто тут точно очумел? Высота это круто. Это просто жесть. Мне очков подходить близко вообще. Ничего сказать тебе про это. Это просто трэш. Я тебе скажу, что ничего подобного в своей жизни даже я не видел. Поверь, кто даже ХЗБ откуривает. То, что у ХЗБ 4 этажа здесь уже, как у тебя, люди ходят. Странно то, что этот объект не охраняют. Здесь же столько суицидников может умереть. Как жизнь? Как? Может, туда залезть? Ну, можешь, конечно.
сильно вообще. Просто жесть. А там что-то. Походу труба была, вон видишь, ее разрушили. Да, а вон видишь дальше тоже эти, как их, какие-то емкости, что ли. Слушай, а там, походу, какой-то коридор, что ли? Значит, тебя не подвела это интуиция, что я там говорю, кто-то есть. Мы с тобой стоим, тихо. Как только мы с тобой затихали, так тоже затихал. Соня, позвони. Что такое? Это грузовой лифт. Ну-ка сделай поярче. Туда вниз? Да. Что там на дне? Это грузовой лифт вообще, жопа. Сюда двигатели поднимали. Ага. Не, мне кажется, здесь было два или два. Я думал, что здесь было три, вот еще третий. Самая пиковая точка. Это самая пиковая точка. А чуть за отверстие. Нет, я думаю, что это вентиляция какая-то работала здесь. Моя сестра мне подскажет, откуда. А потом уже ничего откуда. Забетонировано уже давно, потому что это старая обшивка такая теплая.
раньше так делали. Значит, выхода на самый верх нету. А значит, должен знать, что быть лестница просто сбоку. Но я эту лестницу не наблюдал. Тоже верно. Не, вообще, я придумал, по-моему, это вообще совсем не культура. Есть кто-нибудь? Вот, я тебе говорю, что это делали специально. Ха, до первого этажа идет, короче. Это здесь стояли, поломали, сюда засунули. Да. Это вентиляция. Вентиляционные эти короба для воздуха. Значит. А, в том мы уже были, да? Слушай, ну что, тогда спустимся вот до того, это... Где купола были. Где купола, короче, были. Нет, ты помнишь, мы с тобой видели там этот, как его? Коридор-то вот этот. Нет, что? Можно пускать, ну здесь красиво было. Да. Слышь, что говорю? Пойдем, я тебе про что скажу-то. Вот про то, вот в то нам попасть надо. Пойдем как раз по центральному, к этому выходу, по-моему. Это примерно второй этаж. Вот она, лестница была. Ее срезали. Здесь или по той идти? Честно говоря, я не понял. Центральный. Да? Да. Значит, по этой, по центральной. Лестница вот там есть. Прикинь, здесь что-то горело. А, нет, сверху что-то падало. Это
подать-ка. Так, Соня так и не позвонила, короче. Пока мы ходились на тетю, я прошу. Соня рулит. Кинь, эта труба какая. Это лестница же. Целиком. Но мы же в ней были. Лестница-то. Следующий, да? Нет, следующий. И мы в него войдем. Ну, и мы в него войдем. Как я и говорил. Проникал или что, или как? Парни, планировка такая, что вообще можно нахрен заблудиться к чертовой бабушке. Везде лифт, шахты лифтовые кругом. И вот технический этаж, кстати, про который мы с тобой, помнишь, говорили? Да. Что, выпить привезли? Да. А это просто комната. Здесь нет ничего.
Вот это поворот! Ну пойдем туда сходим, что там. А, ну тоже номера, что ли? Да. Не исключено. Слушай, ну очень забавно сделаны стены. Выкорчевывали. Крышу, да. И вот так вот, знаешь, это скидывают один за одним эти, как они называются-то, кирпичи. И... просто жесть. А она такая огромная. О, ничего себе, она тут даже, смотри, балкон нависает. Крутяк. Так смотри, строили это раньше на века, это не сейчас вот. Куда мы еще хотели попасть? А, подвал. Вот отсюда вообще видец. Видос. Вид. Шикарный. Совершенно верно. Даже сказать по этому поводу нечего. Так, здесь мы были. Да, мы здесь были, Дико, Костя. Значит, мы не там вышли, где надо. Слушай, ну вообще шикарно. Заброшка, на которой я был. А, бункер что, не, нет? Бункер тоже шикарный. Не, я был. Про здание. Бункер тоже. Это вроде единственный бункер, в котором мы были. Я думаю, что здесь должны были идти какие-то коммуникации. А, так это вообще, слушай, эта стена разрушенная, она... Это вентиляция была. Ты посмотри наверх туда. А-а-а. Понимаешь, да? Это просто разрушили ее, а так она на самом деле здесь была, должна была стена быть глуховая. И это не что иное, как... Пошли тогда до первого этажа. Вот. И будем искать подвал. Можно здесь, да? Просто улет вообще. Нет, это утеплитель для труб. Утеплитель для труб. Да, здесь, скорее всего, крестовина была вот так вот, но отпилили ее. Вот, это же как раз этот техническая комната. А если мы этажом ниже спустимся, то как раз мы увидим эти купола эти.
А, вот они. Вот так вот, короче, выглядят эти купола. Да, точно, смотри, один. О, вот в этом мы были. Космос? Космос хорошо нарисовали. Вот написали тоже неплохо. Рома, это козлина. Вот. Видимо, есть за что. Трахмейстеры, осторожней. Вот, это... и вот этот еще один купол-то. Их же тут, помнишь, несколько было-то ведь наверху. Вот еще один. Слушай, это, наверное, главный вестибюль был. Это был главный вестибюль. Ты глянь. Это что такое вообще? Это ж что мы куда попадаем-то? А? Никто мне не скажет? Вот лестница, да, их нету. Ты аккуратненько. По-моему, вообще кинотеатр был. Здесь этих нету. Ну-ка. А, вон. Блин, я чуть не улетел. Вот он, этот кино. Это кинозал был, ребят. Отсюда показывали кино, которое проектировалось вот на ту стену. Это был кинозал. Ядрен ты батон. А здесь были плиты, и на них уже сидели, да, там студии. Да! А как нам попасть-то в этот кинозал-то? Как оттуда потом глянуть-то? Вот через это очко на фонарь. А то упадешь еще туда. Блин, а что ж, куда она делась-то? Прикинь, тут без этого, без компаса. Хрен разберешь вообще, куда идти-то. А ты обратил внимание, что мы вот эту комнату обходим, а ни разу в нее не зашли. Не, там тупиковая вообще чепуха. А мы откуда пришли-то? Вот оттуда, да? Мы оттуда пришли? Это у нас балкон. Это значит, с этой стороны, значит, вот здесь вот. Что-то я не понял. Слушай, ну тут... Ну как понять-то? Ну а что это такое-то вообще? Как это? Как с этим жить-то? Что там? Давай я посмотрю. Она держит фонарик. Слушай, ну я опять потерялся. Как быть-то? Прикиньте, мы не можем комнату найти. И она в природе есть? А так ее нету. Вот, ну, а как в нее попасть-то? Смотри. Вот она, эта комната. А как в нее попасть-то? Висяковых.
нафиг. Точно она вот здесь должна быть. Да. Ты прикинь, загадка. А очень похоже, кстати. Ну-ка. Что там? Тупик? Так подожди, а как же в нее попасть-то? Ты понял? И я не понял. А, слушай, свою лестницу имеет, что ли? Да, походу. Значит, нам надо этаж и туда пробраться. Да, туда. Может быть. Не, блин, ты реально, короче, вот как туда попасть-то? Ты прикинь? Вот это трэш. А вы говорите. Слушай, мощёвая вообще, мощёвая заброшка. Все, обходим ее, короче. Вон я ее вижу отсюда. Дверь. Вот там еще одна дверь. И там внизу, что ли, дверь? Да. Ну, короче, это... Все, по этому этажу обходим. Левее, 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 держимся. И все налево, налево, налево. Слушай, ну вот сюда редко кто заходил, реально. Чтобы найти эту комнату, это должна была быть прям серьезная. Подвал. Подвал? Вот эта комната, мы нашли ее. Ты прикинь. Вот отсюда все снимают кино. Клево, да? Обалдеть, никто бы не подумал, что вход... С улицы. Вот это бомба. Так, что, идем теперь в подвал? Слушай, а что я не понял? А я вот эту центральную лестницу не видел, парадную. Она была? Мы ж там были. Лифтовые шахты вообще везде. Раз, два, три, четыре. Четыре лифтовых шахты. Обалдеть можно. Итак, парадный вход. Ядрен батон, ты посмотри. Это что такое завалили-то? Это откуда столько говна-то высыпали? Музыка, что ли, была какая-то? Нет? Не, ну теоретически мы можем сюда спуститься. Полезли, черт, полезли. Полезли? Блять, это мы в кинотеатр попадаем. Представляешь? Мы внутри кинотеатра. Так давай пройдем. Плиты-то обрушились специально. Это замкнутое пространство. Здесь ничего нет.
это тоже замкнутое пространство. На грани. Их сломали, да? Ага, здесь есть проход, но он очень узкий. Я реально в него не пролезу. Не, пролезть-то пролезу, но неохота пачкаться. И вот смотри, сколько дерьма тут накидали, завалили. Там вон еще есть проходы. Попробуем туда, что ли? Ну, это 100% кинотеатр. Да, это видно вам. Занавес. Так, стой, потихонечку перебегаем. Стой пока здесь. Там какие-то комнаты есть. А как туда пробраться-то? Там, значит, должен быть еще один вход где-то. Может быть, с улицы? Давай вокруг здания попробуем пройти. Огромный кинотеатр. А? Сюда сможешь залезть? Смогу. На, подержи. Зубы береги, а. Лучше бы за веревочку взялся. Там вот там мы еще не были, кстати. А, вот и подвал. Только я думаю, что он здесь будет замкнутый. И здесь будет чисто поссать, посрать и больше ничего. Замкнутое помещение. Там тоже куда-то идет. Это тоже замкнутое помещение. Хопа! О, эту комнатку я видел. И это тоже тупиковое. Нет здесь ни черта. Съемки какие-то затопленные. О, ничего себе, слушай. А судя по этому-то, это походу бомбоубежище. Да. Нет, вот по этим вот квадратным здоровым штукам. Ты прикинь? Потому что вон еще одна стоит. А, нет, второй нету. А, ну вот. Значит, между ними что-то должно быть. Сейчас, короче, будем искать. Какие-то душевые кабинки, что ли? Слушай, наглухо вообще, наглухо все заросло.
чертовой бабушке. Ё-моё, это ж бассейн. Да. Ты посмотри, он каких размеров. Короче, вот так вот заходишь. Здесь мочишь ноги. И пошел, короче. Спускаешься вниз. И вот смотри, он как раз здесь тебе прям по горло. А дальше там глубже, глубже, глубже. И берешь, короче, плаваешь. И я думаю, что морская вода здесь была. Обогащали. Секунду. Смотрю на отверстие. Куда-то в подвал. Вон воду вижу. Отражение. Ага, да, есть вода. Точно. Вот. Здесь, скорее всего, освещение было. Опять эта кошечка тут улыбается. Яростно. Яростно. Обалдеть можно. Ничего ты себе. Какой запрашивает? Ты прикинь? Смотри, здесь какие огромные окна должны были быть, чтобы свет падал. Вот. Я думаю, что этих деревьев здесь не должно было быть. Это они потом уже выросли. Да. Много? Слушай, ну капитально вообще строили, капитально. Это просто уже... А, слушай, слушай, слушай. Это как, знаешь, что? Это машину, знаешь, строили, строили, строили. И вот, допустим, построили машину. Вот, осталось это как вот, молдинги приделать. И сказали... Да, нахрен, давай выкинем. Давай, все, выкинули. Ну, туда падает очень много лягушек. Вообще, это прыгнуло, видел, да? Ну, там они и погибают. Заяц там был. Заяц был. С того, кто хорош орать. Обходи его. Тихо, ты посмотри. Это, здесь этот был, как его, подвал, чуть не упали в него. Кошка была. Тихо, иди только.
придумал. Да не, он услышал, короче, нас обманулся на 100%. Местный не знает, раз он сюда пришел, он знает, что тут растет. Молодец, хоть увидел. Потом это слышал. Потом, может быть, он попал в поле зрения камеры, посмотрим. Ты просто сильно начал орать. Говорю. О, давай свой фонарь. Ты думаешь, что сел? Потому что надо было меньше им пользоваться. Обойти. Игорек. Ну все. Не знаю. А скорее всего сюда привозили что-то. Продукты, допустим, разгружали. Ну. Да. Здравствуйте. Аккуратней тут. А то тут много-много опасных вещей. Можно упасть, подскользнуться. Разбиться. Девчонки, короче, приехали, походу, на великах. Там пацан тоже был среди один. Да? Великов 5 было. Я видел только 3 девчонки. Еще пацан там был. Еще пацан был? Исполни, солнышко. Кози-бози. Ну давай нашу вот эту. Зачем Герасим утопил свою муму? Эй! Вот, тоже такой парадный вход. Непонятно куда.
Не, просто ХЗБ отдыхает. ХЗБ курит нервно в сторонке ногти. Пополами с бамбуком. Вы знаете, на самом деле, что касается ХЗБ, так вот ХЗБ нервно курит в сторонке. Вообще прям пополами нитки, нитки, ногти с бамбуком и ватки немножко. То есть ты мне собрался последний два зуба выбить, да? Чтобы я не был похож на того зайчика.